Я приветствую вас, зрители и подписчики канала, с вами снова Гера, и мы продолжаем наше путешествие, нелегкое путешествие, хочу заметить, в игре Long Dark. Наш персонаж, как видите, офигеть как замерз, и мы добрались таки до ГЭС, не уверен, что нам это поможет, но, тем не менее, путь... О, ботинки, ух ты! Походные ботинки, это круто, это, по-моему, чуть ли... Ну ладно, почти самые крутые ботинки в игре. Кого я обманываю? Давайте посмотрим, что тут есть еще. Ткань, топливо для фонаря, просто великолепно. Потому что с учетом того, сколько... О, еще один фонарь. Я думаю, один из них мы выкинем, у меня уже их три штуки. Смотрите, чё, пуховик. Еще одни походные ботинки, но эти хуже. Ну, мы их сейчас разберем. Тонкий свитер. Так, а что еще? Ну, блин, по этим ящикам, конечно, лазить тоже нужно, но... Ну ладно. Да я знаю, что тебе надо что-то выбросить. Сейчас что-нибудь выбросим. Что ты переживаешь? У тебя вон ничего нету. Так. Так, пуховик явно лучше того, что есть. Вот эти мы сейчас разберем. Блин, я полтора часа потратил. Я дурак. Ой, дурак. Сейчас, надо другой фонарь поставить просто. Так, нельзя чинить вещи. А что у меня есть из инструментов, кстати? У меня нету инструментов. Ну, это не супер важно. Я предлагаю одну лампу бросить, на самом деле. Но нафиг не нужна. Так же, как и один... Нет. Вот этот мы разберем, пожалуй. Так, давайте еще осмотримся. Мы один спальник, наверное, на запчасти разберем. Стимулятор. Круто. Еще один швейный набор, еще один, который нафиг не нужен, на самом деле. Ну, в таком объеме мне не нужны швейные наборы. Предлагаю два оставить совершенно. Я, кстати, у меня есть большие сомнения, что мне нужна ловушка для кроликов, если честно. Хотя... По дороге, может, поставлю. Где-нибудь пригодится. Патрон от винтовки, которой нету. Ну, знаете, что нам на самом деле не понадобится? Нам не понадобится вот запчасти, вот эти, металлолом. Жидкость для ружика. Файер еще один. Так, ну что, я гашу фонарь. Будем открывать сейф. Так, и, кстати, нужно бы одежду починить, но я ее починю, когда доберусь до пещеры. Сейчас мы с вами должны выйти из ГЭС, а оттуда добраться до пещеры. О, нифига себе. Первый раз у меня почти в самом конце открывается. Блин, все хорошо, но с этими сейфами. Очень долго приходится возиться. Круто. Открой, хоть бы тут было что-нибудь полезное. Армейский сухпайок. Ну, неплохо, скажем так. Так, чтобы выбросить, чтобы выбросить. На самом деле, вот это можно выбросить.
целый килограмм спального мешка. Надо его... Блин, я не хочу тратить на это час. Давайте поедим. Вот это сейчас. Температура, конечно, упала немножечко. Но я думаю, мы с этим справимся же, правда? И сухпайком заедим все это дело. Запьем водой хорошенько. Во, отлично. Так, теперь... возьмем факел, потому что спускаемся вниз. Внизу бывают волки. Вы про это прекрасно все знаете. Мы не раз их там видели. И не два. Блин, я грохочу как ведро с, не знаю, с гвоздями. Блин, он не один. В общем, что хочу сказать. Очень быстро, очень, крайне быстро. Сейчас пробежимся здесь. Нашли винтовку. Я знаю, что ты больше не унесешь, но, пожалуйста, прекрати ныть. Очень быстро пробежимся. Найдем еще патрончики, которые так нужны. Топорик. Обезболивающее. Файер. Надо еще вон туда зайти. Там тоже бывают патроны. Вон дрова валяются, я отсюда вижу. Кстати, знаете, что надо сделать? Блин, нет, не говядину выбросить. Надо зарядить ружье. Я в прошлый раз на этом попался. Да ладно, ты уже устал. Ёлы-палы, наш друг устал. Нам надо очень быстро идти в пещеру. Потому что иначе мы отсюда вообще не уйдем. Иди в баню. Короче, все хорошо, но меня напрягает вот этот временной лимит, если честно. Так, где-то тут. Так, покинуть. Давайте быстро осмотримся. Не уверен, что мне нужно осматриваться прямо здесь. А, персики. Просто у нас не то чтобы много всего, у нас перегруз по большому счету. Это не очень хорошо для здоровья нашего друга. Ну, как бы он начинает уставать, там, капризничает. Ну, вы знаете, вы все это слышали неоднократно. Так, назад мы вернуться уже не можем, поэтому с чем вас и поздравляю. Давайте двигаться. Сейчас доберемся до пещеры, я, наверное, починю одежду, потому что то, что на мне, ну, честно говоря, плачевно это все. Вот, и нужно будет... Что нужно будет? Нужно будет отдохнуть хотя бы пару часиков. У нас 8 часов дня еще осталось. Ну, светлого времени суток. Но, как вы помните, у нас время жестко ограничено. У нас всего-то 7 дней. Каких-то 7 дней, ёлы-палы. На то, чтобы подняться на волчью гору. Потом спуститься вниз. Ну, вниз, ладно, спуститься быстрее. Но подняться туда, это проблематично. Помню, сколько мы, 4 суток поднимались. Вот. Спуститься вниз и дойти до маяка. А с маяка пульнуть этим, из пистолетика. Кстати... В этой локации тоже дофига волков, если честно. Вон он один. Сейчас мы его застрелим, судя по всему. Он пугается и убегает.
Они как-то стали по-другому реагировать на огонь. Они раньше так не шугались его. Не знаю, что случилось. Да-да-да, ты замерзаешь. Я тебя знаю. Я, кстати, не знаю, есть ли у нас вообще шапка. По-моему, наш друг без шапки ходит. А днем эта локация по-другому выглядит. Я все время как-то попадаю в эту локацию, все время ночью. Ну, либо в какое-то очень темное время суток, когда ни хрена не видно. Давай, 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 шевелись. 6 дней осталось, 2 часа 56 минут. Ну, 6 дней, 3 часа. Довольно мало, надо сказать. Прям крайне мало. Так, ну дальше вроде волков-то нету. Но это вовсе не означает, что нужно расслабляться. Так, а куда же нужно было идти? А, по-моему, тут одна фигова, куда идти. Или нет? Да, по-моему, мы все равно придем к пещере, к пещере, рано или поздно. Сейчас погаснет факел. Ну да, мы бы, в принципе, сюда и пришли по этой дороге. Давайте, кстати, возьмем палочку с собой, чтобы было чем... Да я знаю, что ты, да. Не капризничай. Да, мы бы все равно сюда вышли. Ладно, фиг с ним. Хорошо, куда нам дальше? Ну, по-моему, все, волков здесь больше нету. Больше нет, можно выбросить эту палку. Хотя... Вон, ты ее правда выбросил, да? Ее нельзя как-то сжечь. О, я к тому, что ее можно в костер подбросить. Достанем немножечко такого факела химического. Я что, в тупик пришел? Я где-то пропустил поворот. Вот сейчас не понял. По-моему, тут не было тупиков на этой карте. Или были? Я был уверен, что тут одна дорога. Как-то, вот знаете, это парадоксально. Я ночью ходил по этой карте. И ночью я не блуждал. Может, сюда надо было повернуть? А, да, вот сюда. Да я знаю, что ты устал, что ты замерз. Не, правда, не смешно было бы, если бы я заблудился. Фух, покидаем извилистую реку. У нас тут, кстати, туша оленя валяется. В принципе, ее при большом желании можно разделать. Тут, да, кстати, и дрова. Двадцать минут мы потратим. А давайте. 20 минут-то можно потратить. Зато у нас будет мясо, которое мы сейчас... Блин, я кишки. Зачем мне кишки? Вообще, моя внимательность, она очень такая, знаете, на фирменная.
Ветка не нужна. Дрова нужны. Сейчас доберемся до какой-нибудь... Тут, я знаю, есть что-то типа стоянки туристов, или я даже не знаю, как это назвать. Наш друг начал идти очень медленно. Зажигаю огонь специально для вас и для себя. Я знаю, что на ютубе ни хрена не видно без огня. Так, ну нам скорее всего вот сюда. Сейчас доберемся куда-нибудь, поспим. Я заодно, может быть, подлатаю одежду. Ну, еще один. Нет, не сюда. Куча угля валяется. Но уголь нам не нужен по той причине, что крафтить-то мы все равно ничего не будем. В принципе, по этой же причине мне не нужен металлолом, по большому счету. Блин, где же эта стоянка была? Вот она, по-моему. Нет? Тут был такой костер. Вот, да. Вот здесь можно немножко перекантоваться. Кстати, шапка очень в тему. Еще один спальник. Я не уверен, что у нас есть шапка. Надо ее одеть. Нет, есть. Ладно, хорошо. Обыщем труп. Ну, вроде ничего, нормально. Костер, как обычно, нельзя разжечь. Так, что там надо? Ух ты, переделали интерфейс, я все никак к нему не привыкну. Нам нужно вот это выбрать, да? Ух ты, а у разных спичек разные шанс зажечь. Есть деревянные спички, есть картонные спички. Картонные спички, это как интересно. Да ладно. Не получилось у него зажечь с первой попытки. Надо костерчик зажечь. Нужно приготовить мясо. Нужно... Что нужно? Ну, нужно распороть ненужную одежду и зашить нужную одежду. Вот так вот, грубо говоря. О! Круто! Давайте добавим еловых дровишек. Выкинем факел, кстати, сгоревший. Так, и сколько ты будешь гореть? 2 часа. Отлично. Что у нас там? Усталость, это все нормально. Давайте разберемся с одеждой. Шерстяной свитер, рваный, флисовый. Шерстяной свитер явно круче того, что есть. Давайте, нужно починить джинсы сразу. Нужно починить куртку. Не получилось, поэтому разрываем один мешок. Полтора часа потратил на то, чтобы распороть мешок, офигеть. И у нас, кстати, переутомление. Поэтому давайте мы сейчас чиним куртку. Кушаем. Ботинки тоже надо разобрать, просто по той причине, что
Они слишком тяжелые. Ну и да, надо кушать. Ну да, кушать. А для этого нужен костер, который потух благополучно. Давайте чем-нибудь таким интересным зажжем, чтобы уж наверняка. Приготовим оленинки. Разогреем персиков. И нужно, думаю, литра полтора воды накипятить точно. Между тем наступила ночь. У нас еще один день прошел. На довольно короткий переход мы его потратили. Даже не знаю, хорошо ли это. Скушаем персики. Скушаем оленины. Выпьем эту лабуду. Запьем водичкой. И баньки. Давайте, кстати, используем вот этот спальник. Ну, чтобы свой поберечь. Так. По максимуму. И отдыхаем часов 10. Не уверен, что мы все 10 часов проспим. Хотя, с учетом того, как он устал. Нормально. Так, 5 килограмм перегруз. Это очень плохо. Давайте дозаправим нашу коптилку. И думаю, вот эту можно бросить здесь, она не нужна. Так, что еще мы можем выбросить, так чтобы прям не пожалеть об этом? Килограмм тряпок у нас, обалдеть. Вот это можно выбросить. Кишки можно выбросить, не нужны. Так, ну ладно, хорошо. Остальным ремонтом я позже займусь, на следующем привале. Что у нас? Жажда, да? И голод. Доедаем наш сухпаёк. Запиваем водой. И двигаем дальше. Что еще делать? Если память не изменяет, нам надо подняться наверх. Я надеюсь, что мне память не изменяет, да? Ну, где-то не здесь. Ну да, все верно, мы идем. Верной дорогой идем. Да, нет, не да, еще не да. Ложная тревога. Я уже думал, выход обрадовался, а тут облом. Сейчас он где-то рядом, я знаю. Где-то тут есть выход, я его видел. Где-то есть. Блин, да что? А, вот он. Все, хорошо. Прячем эту фиговину назад. И мы покидаем пещеру, с чем я вас и поздравляю, откровенно говоря. Вот, и, наверное, на сегодня мы закончим. По времени уже пора. Не уверен, что там длинная серия получилась прям уж таки. Но, тем не менее,
утро. Продолжим с вами в следующей серии. С вами был Гера. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, если вам понравилось. И до новых встреч. Пока.